присаживайся. Честно говоря, я в предвкушении. У тебя такая шикарная фигура. Я восхищен. А ну. Ты будоражишь мою фантазию. Он пришел сюда, и он понимает, зачем он сюда пришел. Хочешь? Да, я тебе сделаю массаж. Так, ай! Он реально неадекватный, ты смотри. Нет, нет, пожалуйста. Перестань, нет! Всем привет! С вами, как всегда, я, Макс Рудода, и мы продолжаем формат «Ей уже 18». Большое спасибо, что вы поддерживаете нас лайками, комментариями, потому что YouTube не очень охотно продвигает все эти форматы, потому что для него это сильно жестко, и благодаря вам, моим дорогим зрителям, которые оставляют любые комментарии под роликами, вот прямо сейчас, кстати, можешь написать, потому что в первый час после выкладки этого ролика я лайкаю и отвечаю на все комментарии. Те, кто ставят лайки под роликами, подписываются на канал, потому что по статистике около 60% людей, которые смотрят в данный момент этот ролик, они не подписаны. Вот представьте, если вы сейчас подпишетесь, сразу хоп, 2 миллиона на канале. Я, конечно, понимаю, что вам не совсем комфортно, когда в каждом ролике я говорю об одном и том же, но по-другому ролики не распространяются, только благодаря вам, за что я постоянно респектую. А в этом ролике нам помогает актриса Марина. Марина, привет. Давай 5. Оп. Расскажи, пожалуйста, свои эмоции. Ты все-таки у нас однажды принимала участие. Она играла роль с такой соблазнительницы фитнес-тренера, кто его не видел, здесь подсказ, как он будет, но сейчас совершенно другой формат. Тут мужик придет к тебе в гости, неизвестно с каким подтекстом, неизвестно, что он будет творить, вот ты переживаешь, что ты сейчас чувствуешь и как тебе участвовать в таком формате? Ну, я, конечно же, очень сильно переживаю, но надеюсь, что все будет хорошо, как бы в наше время, думаю, уже практически нету таких людей, которые вот будут нападать на тебя. Ну, знаешь, вот нам постоянно девочки приходят и, наоборот, рассказывают, что все чаще и чаще это происходит. То есть для этого, наоборот, мы снимаем этот формат, показываем, что такое есть и такое ужасное действие. И на самом деле этого очень много сейчас. В общем, надеюсь, что сегодня тебе все-таки улыбнется удача, все будет хорошо. Мы будем в любом случае находиться в этой комнате буквально в пару метров от тебя. Опять же, знаю одно, что в любом случае мы тебя не дадим в обиду, мы выбежим в нужный момент, спасем тебя, если будет какая-то опасность, но не факт, что будет какая-то эта опасность. В общем, давай 5. Давай. Мы пока расставляем камеры скрытого видеонаблюдения, а Марина будет на исход. Итак, Марин, мы расставили камеры скрытого видеонаблюдения, надеюсь, он их не увидит, а если увидит, то как-то это вообще не мои. Главное самое, смотри, здесь есть комната, где будем прятаться мы, не пускай его туда по возможности, потому что мы с тобой это уже обговаривали много раз, да, какие могут быть варианты, но опять же, он уже находится под подъездом, буквально пару минут, пару мгновений он сюда будет заходить, а мы в свою очередь вместе с ребятами будем прятаться в этой комнате, потому что аргумент, ну, на балконе мы не можем, потому что там все просвечивается, а здесь хотя бы у нас есть возможность закрыться на замок. И еще вот такую штуку мы деревянную решили поставить, чтобы вообще было 2 в 1. А в этом ролике мне помогают Женя и Руслан. Эти бравые мужики сегодня будут сражаться вместе со мной во имя хороших девчонок, чтобы их там никто не трогал силой и так далее. В общем, сейчас к нам придет мужчина. Я не знаю, что от него ожидать, но он такой взрослый, такой, ну, вроде как в себе, в теле. Если вдруг какая-то опасность будет угрожать нашей Марине, естественно, мы с ребятами выбежим, не стерпим это все и накажем нашего сегодняшнего подозреваемого. Как будет на самом деле, я не знаю. В любом случае, сейчас наушнички в уши, телефон в руку. И, собственно, ждем нашего гостя. Приветики. Привет. Заходи. Ребята. Честно говоря, я в предвкушении, потому что мужчина взрослый, это раз. Во-вторых, он такой, ну, массивненький. Посмотрим. Давай, раздевайся. Хочешь, там можно руки помыть, там туалет? Можно, да? Да, да, конечно. Спасибо, да? Да. У нас целая баррикада стоит, смотрите. Мало того, что мы на замок закрыли, еще для большей уверенности мы вот этой вот деревянной херовиной закрыли еще больше эту дверь. Присаживайся. Давай знакомиться заново. Давай знакомиться заново. Марина. Петя. Очень приятно. Взаимно, взаимно. Ты знаешь, я хочу сказать, что на фотографиях ты намного хуже, чем в жизни. Серьезно. Спасибо. Серьезно. Спасибо. Да. Ты здесь сама живешь? Да. Живу одна, ну, в принципе, не так давно, но...
Это квартира, кстати, классно. Уютная. Экскурсию проведешь? Ну, в принципе, вот, смотри, в комнату только туда ходить не нужно, это там мое личное уже. Личное пространство? Ну да. У нас херово то, что мы не можем громко разговаривать, и что нас просто могут услышать. Там балкон есть, если куришь, то можешь выходить курить, конечно. Да, конечно, да. А расскажи о себе. Что ты хочешь узнать обо мне? Ну, для меня очень важно, наверное, есть ли у тебя там жена, дети? Нет у меня жены, нет у меня детей. Холост, одинок и свободен, как птица. А ты не обманываешь? Я? Ну, разве просто у меня был такой случай. Не-не-не, я не такой, неужели? Да. Ты думаешь, что я могу тебя обмануть? Ну, как мы первый раз видимся. Ну, тут я с тобой согласен, конечно. 3 дня пообщались, и ты пригласила к себе, и я, честно говоря, я очень удивлен. Ну, я просто не очень люблю на улице там, видеться, знакомиться. Много людей меня это немножко напрягает. Ну, пока на самом деле взрослый, такой статный мужчина, пришел в рубашечке с часиками, такой вот ты тут, пусимусь. Я, честно говоря, тоже не особо люблю эти все клубы, рестораны, куча людей, скопления такое. Зачем? Ну, на самом деле, вот на аккаунт Марины было очень много свайпов, и очень много, вот ты прям листаешь, знаешь, тебе постоянно. Это когда парень на каком-то сайте знакомит постоянно, знаешь, вот делаешь свайп, 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 а сука, совпадений нет, свайп, свайп, свайп. А от аккаунта девочки совершенно по-другому. Расскажи ты о себе. Ну что, я как и писала, я танцую, занимаюсь моделинги немножко. Ты знаешь, по тебе видно, честно. У тебя такая шикарная фигура. Не стесняйся, не стесняйся. Вот это шикарная фигура. У тебя обалдеть. Спасибо. Шикарно. У тебя такая. Что? Просто можно. Ой. Осиная палец. Я, честно говоря, люблю таких девушек. Да. Маленькие, хрупенькие, да. Ну, выглядишь ты просто потрясающе. Сейчас потом, да, наверное, занимаешься каким-то. Или ты просто танцуешь? Я танцую. Танцую и учу девочек. А что? А, у тебя школа с танцами? Нет, это не совсем школа. А что это тогда? В клубах преподаю девочек, учу танцевать. Это которые тут в клетках? Ну, шоу-программа, шоу-балета, типа. Обалдеть. Знаете, вот я сейчас смотрю очень внимательно за всем происходящим, что происходит, да, но могу сказать одно, что вы обратите внимание, он не церемонится. Он пришел сюда, и он понимает, зачем он сюда пришел. Он ее вот так вот и под ручки встал, и вот здесь обкрутил, обсмотрел со всех сторон. Но мы не должны забывать, что все-таки формат называется «Ей уже 18». Совершеннолетняя девочка пригласила себе совершеннолетнего мужика. Да? Понятное дело, что момент дозволенности все-таки тут больше намного, да, то есть не как у 15-летних, но все равно. Какой у тебя шикарный потенциал. Да, я, честно говоря, я восхищен. А ну, просим, 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 продемонстрируйте. Вот. Марина, оказывается, у нас еще и гимнастка. Шикарно. Честно, честно, я восхищен, поражен. На мостик могу встать. Обалдеть. Ты знаешь, ты просто будоражишь мою фантазию. Ты будоражишь мою фантазию. В смысле? Я просто представляю тебя в таких эквилибристических трюках. Фантазия у меня бурна. В этом плане. Чуваки, я стесняюсь немножко. Стесняешься? Да. У меня просто, ну, у меня как бы отношений давно уже не было. Немного отдалилась от всего этого мира. Ты ушла в затворники? Ну, погрузилась в работу больше. Ну, с людьми все равно общаешься. Это ж не то, что в пещере где-то закрылась, медитируешь сутками, людей не видишь, себе никого не подпускаешь. Оно так и происходит. Поэтому вот решила зарегистрироваться на сайте знакомств. Вот. Ты, кстати, первый, с кем я встретилась.
первую, ребята, но далеко не последнюю. Если вам понравится, как Марина играет, пишите в комментариях, и, может, она еще раз у нас поучаствует, уже другие мужики придут к ней в гости. Ну, чем-то зацепил меня такси. Я польщен, честно, я очень сильно польщен. Да, мне тоже понравилось, поэтому я больше ни с кем не разговаривал, не общался. Да. Ты мне когда ответил, да, я аж... Ну, честно говоря, меня жар бросило, я не ожидал. А давно ты вообще на сайте? Честно говоря, нет. Где-то неделю. Да? Ну, я зашел ради интереса. Я пока в предвкушении от того, что будет происходить, но всего лишь-то 10 минут общения, а уже он ее со всех сторон осмотрел, и, в принципе, он не скрывает, зачем он сюда пришел. Предыдущая девушка меня бросила. Почему? Она уехала в Канаду. Нашла какого-то себе. Хахаль и улетела. Да. Капец. Самое главное, я надеюсь, что никаких моментов силы, да, не будет. То есть, что он не будет к ней там как-то цепляться. А ты как давно у тебя никого не было? Ой, ну в сентябре были последние отношения. То есть, уже очень давно не было, если честно. Серьезно? Расскажи мне про него. Что случилось? Ну, у него оказалась жена. Есть с ребенком. Он мне об этом не говорил. Начал очень часто сидеть на телефоне. Я начала подозревать, что у него там кто-то появился. А потом он, конечно же, признался, что у него жена, ребенок, но и не сошлись, короче. Потом опять. Вот сволочь. По-другому нельзя назвать его. Не, можно, конечно, назвать, но я не хочу выражаться. Ну а как еще назвать человека? Подожди, если он начинает обманывать нагло. Сука! Просто. У него есть жена. У меня есть ребенок. Ну да. Ну и можем обратить внимание, что Марина особо тоже как бы, да? Он не говорит, чтобы он там руку убирал или еще что-то еще. Хоть она, конечно, чуть-чуть подальше и садится, как бы огораждая свою зону комфорта, но такого яркого «нет, не нужно меня трогать» пока еще не было. Так все ближе, ближе, ближе ты садишься. Это татуировочка интересная. Ой, это удаляю уже. Зачем? Ну, это старое, это не очень, а вот новые есть. О. Вот это зажимаем. Моменто мори. Латинское выражение крылатое. Да? Да. Как оно, что оно означает, знаешь? Уже. И карма. Да. Это символично? О чем-то говорит? Ну, в принципе, не особо так. Не особо? А ты чем жизнь занимаешься? Я массажист. Да? Угу. А давно? Уже 10 лет. О, так профессионально получилось. Конечно, с высшим образованием. Реабилитолог по образованию, ну, стал массажистом. Вот я уверен, что он не массажист. Вот это вот уже сказки пошли, это уже сочинение. Ну какой он нахер массажист? Хочешь? Да, я тебе сделаю массаж. Давай. Ладно. Так, с чего начнем? Ладно. Ну да, руки сильные. Боже, ты немножко мышцы у тебя ваши. Вот, да. Так, ай! Ну что? О, смотрите, уже лифчик пытался расстегнуть, ты посмотри. Это ж массаж. Ну, массаж можно ложись, и так. Ложись, я так. Не, ложись, я тебе нормально сделаю массаж. Не, мне уже прохладно стало, я сейчас кофточку одену, давай немножко попроще, спокойнее. Ну окей, если ты не хочешь, то ничего не будет, я не буду настаивать, я уважаю твой выбор, я уважаю. Спасибо. Конечно, конечно. Ну, скажи мне, пожалуйста, мне вот непонятно, мы с тобой взрослые люди. Да. Ты меня пригласила домой, к себе. Да. В принципе, как бы понятно, для чего. В смысле? Мне уже страшно становится, если честно. Ну, я тебя пригласила познакомиться, пообщаться. Как бы. Если ты думал, что между нами что-то будет больше, то ты ошибаешься. Ну, в принципе, можешь я уйти. На это и рассчитывал. Но если на это рассчитывал, тогда можешь, наверное, выйти, потому что я на это не рассчитывала.
сказать. Прямолинейно, ребята, максимально прямолинейно. Вот это респект чуваку за то, что он максимально прямолинейно. Я сюда пришел вот за этим, все. Но она тоже молодец. Она сказала, что чувак, я раз так, можешь уходить. Я не хочу. Я адекватный человек за адекватное общение. Я не думаю, что отношения, даже если начинать такого. Нет, так я ж не хочу тебя заставлять, я тебя не хочу принуждать, я тебя не хочу, простите за выражение, насиловать. Я не собираюсь этого делать. Ну как бы я здоровый мужик, у которого есть какие-то свои потребности. Ты красивая, молодая девушка, у которой к тому же уже жена сентября месяца никого не было. Понимаешь, что физиология, она требует. Ну, требует, но поэтому я и хочу найти себе человека для... Мы с тобой познакомились на сайте знакомств. Да. Правильно? Да. Уже как бы это к чему-то располагает. Ты ж не просто там, здравствуйте, тем более ты не написала, что ты хочешь семью, ты хочешь детей. Ну, такая... Ты коротко себе написала, хочешь интересных встреч, общения. Да, но я-то ничего про интим не писала. Сам сайт знакомств уже подразумевает интим. Ну, правильно? Это уже смотря кто как мыслит. Ну, как бы дедушка Зигмунд Фрейд был в чем-то прав. Давай ты не будешь меня так трогать. Пожалуйста. Вот, я бы решила найти человека для того, чтобы познакомиться, там, чтобы началось какое-то общение, а в дальнейшем там, встречание, какие-то отношения. То есть, ну, это не происходит так быстро. Я считаю, это неправильно. Послушай, я тебе предложил пройти где-то сходить, погулять. В парк. Я не знаю, на улице пройтись там, где меньше людей. Ты не захотела, ты сама решила остаться. То есть... Ну, я считаю, даже значит, дома... Давай знакомиться. Давай. Нет, я считаю, даже дома можно просто спокойно провести вполне нормально. Просто вот то же общение, что и в переписке, только вживую. Ну, не знаю, честно, ты мне нравишься. Ты мне нравишься как... Человек, как личность, ты мне нравишься как женщина. О, смотрите, вот сука, не работает, нет, слышишь? Вот она же сказала, не трогай меня. Она сказала, что это неинтересно. А он ее продолжает уламывать. Ну и что это? Все, он точно знает, зачем он пришел, он не отступит. Ну, как бы у меня тоже есть симпатия. То есть, если бы не симпатия, естественно, я бы тебя не пригласила бы к себе, правильно? Хорошо. Вот, но чуть поддержание нужно будет. Блять, как много таких мужиков. Я просто охереваю, вот каждый видос, ну как так, блядь, ну как так? Ну тебе же сказали нет, ну зачем ты продолжаешь, типа... Слушай, а может у тебя это такая игра? В смысле? Прямом. Нет, это не игра. Хитро заигрываешь? Нет. Ломаешься, что ли? Нет, это не игра. Мне уже как-то действительно... Может, ты просто любишь, когда тебя... заставляют. Нет, пожалуйста. Да я ж тебя не буду трогать. Ну, мне как бы это некомфортно. Давай все-таки вернемся к нашему общению прошлому. Потому что, ну, это действительно пугает твое поведение. Ты меня к себе пригласила, это уже что-то означает. Ну, правильно? Чтобы пообщаться, правильно. Чтобы познакомиться ближе. Ты когда идешь в магазин, ты понимаешь, что ты идешь покупать хлеб, или покупать молоко, или что-то покупать. Сейчас ты меня пригласила к себе, я все бросил, я прилетел к тебе. Да, потому что ты мне понравилась, мне было с тобой интересно, мне было с тобой комфортно. С тобой интересно пообщаться. И теперь ты меня тупо вот так вот по боку пускаешь? Нет, я тебе ничего не обещала. Слушай, я взрослый, нормальный человек. Я взрослый, но здоровый я тоже мужик, взрослый, у которого есть свои потребности. И у тебя тоже они есть, кстати. Давай тоже не будем про физиологию забывать и про природу. Угу. Давай перестанешь ты вот это ломаться. Нет. Вести себя как маловерочка. Нет, я нет. Сука, ты смотри, что он делает, блядь, тварён. Ну вот как, сука, блядь, ну вот как нахуй это раздражает, блядь. Что значит? Мне это не нравится, нет. Ну мне тоже такое не нравится. Но если ты хочешь так вести себя, то давай будем так вести себя. Марина уже, смотрите, она уже привстала. Она уже в ахере от того, что происходит. А он, сука, не останавливается. Смотрите, ля. Если для тебя это такая игра, то давай поиграем. Нет, это не игра. Давай сядем на диван, пожалуйста. Давай. Давай сядем на диван. Давай сядем на диван. Нет, не надо делать мне массаж, пожалуйста. Нет, пожалуйста.
Пожалуйста, хватит. Не надо делать массаж, пожалуйста, нет. Хватит ломаться. Нет, ну, давай нет, пожалуйста. Ну, мне некомфортно, мне неприятна тоже... эта ситуация. Мариночка, солнышко, мне это тоже некомфортно, мне это тоже неприятно. Ну, давай будем взрослыми, адекватными людьми. Ну, давай действительно будем адекватными людьми, взрослыми, а не какие-то людьми. Там звери, которые там пробудился какой-то инстинкт, и вот нужно, ну, давай, пожалуйста, без этого. Он реально неадекватный, ты смотри. Это хороший. Я как бы не играю, не шучу. Что? Что? Нет. Нет, пожалуйста. Ты перестань. Нет! Да, ребят, увы, но по правилам Ютуба я не могу вам показать полностью весь этот фрагмент без цензуры. Но если у вас есть желание посмотреть именно эту вставку с его лицом без цензуры Ютуба, это все будет находиться в моем телеграм-канале. Ссылочка будет в описании, подписывайтесь. А если у вас есть желание еще и поддержать канал и посмотреть полностью весь этот ролик от начала до конца с его лицом, то есть без цензуры, у вас есть эта возможность. Сделать это можно на платформе Boosty, ссылочка будет тоже в описании. Как только вы приобретаете подписочку, у вас будет доступны абсолютно все ролики без цензуры, не только этот, абсолютно все, включая фрагменты в 18+. А когда вы видите его лицо, то ролик, ребят, по секрету скажу, совершенно по-другому смотрится. Его эмоции, мимика. В общем, очень жесткий ролик получился. Без цензуры. По ссылочке в описании. Да, ребят, как говорилось ранее, увы, но эти моменты приходится блюрить и вырезать. Но вы знаете, где их найти. Вот так вот, смотрите, да, в моменте просто выбегал, и, да? Что это за прикол? Ты что, ногу, опусти ее. Не трогай ему. Марина, что это за нафиг такой, не понял. Марина, блядь, вот перед тобой стоит сейчас со мной разговаривать. Ты что здесь делаешь вообще? Я у тебя забыл спросить. Да, на, успокаивайся сейчас же, понял? Мы с тобой сейчас не будем разговоры делать. Мы не будем полицию вызывать, на. Мы сейчас камеру выключим, чтобы по-другому будем общаться, понял? То есть ты взял силу ее просто только что? Ты, блядь, на неё накинулся, нахуй, как медведь какой-то, блядь. Спокойся, спокойно. Спокойно, нахуй? Сядь, блядь, ты не всё положение, чтобы выебываться, блядь. Сел и успокойся, блядь. Иначе вылетишь из квартиры, понял, перед ногами вылетишь. Я сейчас не с тобой разговариваю. А с... Да какая нахуй разница, факт остается фактом, блядь. Факт остается фактом? Сука, блядь. А теперь давай... Выключай камеру, блядь. Выключай камеру, нахуй. Понял, что успокоился, да? Лежи давай, не рыпайся. Разговаривать я нахуй будешь или нет, блядь? Сука, сядь! Да успокойся уже, все. Смотри, то, что сейчас происходило, это самое меньшее, что ты заслуживаешь. Просто девочка стоит, блядь, сейчас в ахуе от того, что произошло. Подожди, ты меня сейчас хочешь кинуть? Ты меня сейчас хочешь развести? Ну, мусорами меня теперь пугаешь, да? Или ты мне потом хочешь предъявить эту пленочку, как шантажировать меня хочешь? Я не понимаю, нахуй. Вот, а что ты не понимаешь? Зато я понимаю. Я не понимаю. Подруга меня приглашает в гости. Вы, блядь, сидите. Просто... Вы сидите. Давай. Вы, блядь, сейчас, подожди. Давайте еще раз выключим камеру, потому что ты пиздец какой-то, да. Нахуй. Мари, блин, подойди сюда, пожалуйста. Вот скажи, пожалуйста, вот на камеру сейчас, вот здесь. Вот если бы мы не забежали, давай осторожненько к ним, не подходите рядом. Вот если бы мы не забежали, что бы происходило дальше? У тебя была бы возможность вырваться из вот этих вот объятий? Потому что мы, вот я еще такого не видел. Ты просто запрыгнул, и прям как будто бы штаны собирался стягивать. А меня девочка спровоцировала. Слышишь, вот как нормально к этому относиться можно? Спровоцировала чья? Подожди, а спровоцировала? Помолчи, пожалуйста. Не, ну ни хера себе! Она всячески опиралась! Ты охренел, Буча, ее! Ты успокойся, ты мало достала, что ли? Мы тебя сейчас запакуем на... Вообще нихуя не понимает. Вот, блядь, я вижу только одно. Ты только язык силы понимаешь, да? С тобой силой надо разговаривать, да? Мы это умеем, блядь. Нас охуеть это получается. Давай успокаивайся, нормально. Смотри, вот ему вообще все равно. То есть он вообще не понимает, не выкупает их дело. Я хочу вести нормальное дело. Вот и продолжаем, давай. Нормально мысли, нормальное дело. Ты решил нормально сообщать диалог? Ты вынуждаешь меня. Я вынуждаю. Вынуждаешь, конечно. Встаешь, руками махаешь. А ты не махаешь руками? Ни хрена себе. Так ты сейчас стоишь. Я вообще просто бахую, на самом деле. Двойные стандарты предлагаю. Двойные стандарты здесь не работают. Здесь есть факт того, что мы сняли того, что ты на девочку напрыгнул, понимаешь? Это факт. Хорошо, давай, смотри, если говорить языком фактов, давай языком фактов смотреть. Девочка меня пригласила к себе, она меня провоцировала. Вы толпой сидели в комнате там, все послушали и, блядь, посматривали. Это как можно расценивать? Я думаю, ты не понимаешь сути вообще происходящего. Как это было? Ты помнишь, тебе напомнить? Она стояла здесь, ты повернул ее, вот так вот взял ее, поднял и накинулся сверху нее. Ты освежаешь это в голове? Она меня спровоцировала. Спровоцировала? Конечно. У нас есть, блядь, видео, доказательства всего происходящего. У нас есть на ней петличка, все у нас есть, понимаешь?
Нам не надо рассказывать, что нас спровоцировало. Это неправда. Ты знаешь, что ты говоришь неправду. И ты продолжаешь ее доказывать нам, понимаешь? Хорошо, парни, я был неправ, я признаю. Хорошо, парни, я был неправ, я признаю. Ну, я признаю. По-другому запел. Это что-то... Неужели? А что ж так? Как-то тучи как-то взвиднелись или как? Нет, ты мне просто выдали очень веские аргументы, против которых я не могу спорить. Я признаю, я был неправ. Девочка стоит, сидит тут. Ну, давай я извинюсь перед ней. Так извинись. Мариночка, извини меня, пожалуйста. Мариночка. Я был неправ. Мариночка, хорошее извинение, мне кажется, да? Вот, извини меня, пожалуйста. И сразу мы забываем тот момент, что чувачок брал нас силой, и все хорошо, да, у нас? Вот смотри, она слезы вытирает. Слезы. А ты сидишь здесь, как будто бы все нормально. Я вот такой, я зашел сюда. А это так не работает, понимаешь? Ну, потому что я не могу даже подойти, извиниться. Ты не подойдешь к ней извиниться, потому что у нас есть вот момент того, что мы не доверяем тебе, понимаешь? Вот совсем немножко, блядь. Слушай, ну в любом случае, вы уже рядом. Я же ни хера не сделал. Просто отсюда извинись перед ней. Извинись, по-человечески, нормально. Слушай, ну ты. Не давлю, давай. Ты. Смотри, пожалуйста, извини меня, я реально думаю. У меня была своя точка зрения, я думал, ты меня пригласил. Ты ее сними, у нас есть. Я тебе искренне прошу прощения. Да, на самом деле ей нахер не нужны извинения, просто я хочу такое, смотри, момент. Вот мы сейчас с тобой поговорили, да? Мы сняли момент того, как ты пристаешь. И вот где наша гарантия того, когда мы тебя сейчас отпустим на улицу, не будет какая-то Альбина, которая будет на месте Марины. Вот скажи, вот как мы можем это гарантировать? Как мы можем это вот тебя сейчас вот тебя отпустить, чтобы не вызывать полицию, да? Чтобы больше никак тебе вот просто взять и отпустить. Вот где эта гарантия? Вы мне и так уже сняли лицо мое. Так. И оно уже будет в YouTube. Правильно? Или где-то еще в соцсети? И что? Без разницы. Может быть, это где-то там будет. Может быть, а может и не будет. Уже куча людей увидит. И что? Меня. Это первый аргумент в вашу пользу. Ну, а второй, я тебе сказал почему. Потому что если девушка меня приглашает, то есть уже на что-то она рассчитывает. Ну, как бы я получил для себя урок, я понял немножко психологию женщин. Короче... Я люблю, когда женщина, это когда все полюбовно, ласково. Короче, самое главное. Ты хотя бы немножко осознаешь то, что ты был неправ? Да, конечно, осознаю. Я ты сказал, можешь нам дать гарантию того, что это не повторится ни с кем больше? Я обещаю, что все. Я думаю, можно его. Давай. Да, все, чуваки, давайте. У тебя есть за там телефон, сумка? В чем ты там пришел вообще? В чем ты пришел? Все. Телефон, сумка, ничего нету, да? Блин, у него же следы, видите, здесь прекрасные. Ну я просто, блядь, в ахере, ну ты просто, ну это я, вот я настолько был, знаешь, как будто вот сейчас мне всю энергию мою высосали. Я просто не знаю, как себя вести, потому что я наблюдал за всем происходящим. Я в отличие от парней видел, что он сделал. И извини, что мы допустили вообще это, во-первых. А во-вторых, ну я считаю, что вот ребята немного с него там как-то физически поспрашивали, какое-то возмездие это произошло, да? Небольшое, конечно, но все равно. И херня в том, что чувак реально не понимал, что происходит. Ну, вот когда вот ребята начали более серьезно с ним разговаривать, когда камера выключилась, вот тогда все началось по-другому. Все эти кадры мы не можем вставлять сюда, потому что правила Ютуба, вы сами понимаете, я очень много чего вырезаю, что-то там, блин, выдергиваю, потому что это Ютуб. Самая главная суть и наша задача – показать вам, что есть мужчины, которые могут брать женщин, девушек силы. Их немного, но они есть. И я хочу, чтобы люди, которые смотрят данный формат, они понимали, что такая опасность существует. И это, блядь, действительно так. Так что, ребята, прошу вас всех поддержать наш формат репостом. Просто в любую соцсеть. Поддержать нас лайком и любым комментарием. Все эти аргументы очень важны для Ютуба, чтобы он начал распространять наши видосы. А без вашей поддержки, без ваших лайков и просмотров просто не сможет существовать данный формат. Так что всем еще раз спасибо. До скорого.